Группа компаний «Антей» также развивает перспективные направления марикультуры. Комплекс по развитию марикультуры располагается на острове Русский в бухте Воевода и является резидентом свободного порта города Владивосток. Проект включает в себя выращивание трепанга, гребешка, мидии и морского ежа с последующей переработкой и реализацией. На сегодняшний день компания располагает рыбоводными участками общей площадью 285 гектаров и инвестировала 200 миллионов рублей. Комплекс по развитию марикультуры включает в себя несколько этапов – производственный кластер, научный кластер и рекреационный кластер. В планах компании расширить площадь акватории для выращивания объектов марикультуры и дополнительно инвестировать более 200 миллионов рублей.